уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. А вот этого медведя никто не ронял. По замыслу архитектора, он беспечно разлегся на зеленой полянке. Только спустя некоторое время безобидная скульптура была кем-то испорчена. Этот сюжет мы показывали по осени. Как только стаял снег, фигурки снова привели в порядок. С помощью умелых рук обозначились части тела, на мордочках животных ребятишкам на радость заиграли бусинки глаза. Спустя некоторое время нашлись люди, которые снова, по-другому не назовешь, изуродовали безобидных медвежат. А задумывался ли кто-нибудь, сколько времени, труда и средств уходит на благоустройство отдельно взятого уголка города? Так, на оформление парка отдыха изначально было потрачено более 500 000 рублей. Сюда входят земляные работы, раскорчевка, привоз чернозема, оформление газонов, их полив и уход за ними. Не стоит забывать и про труд людей. Благоустройство этого уголка продолжилось по весне. Дополнительно установили новые бронзовые скульптуры. Все это радует глаз, можно сделать интересное фото. Эти кадры показывают, как на глазах преображается наш город. Кому, как не коренным жителям, беречь и не разорять то, что сделано за последние годы. Светлана Доровских, Варвара Павлова, «Наш город».